Здравствуйте! Впереди у нас праздничные выходные. Великий праздник 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году он пройдет в онлайн-режиме. Как его отметить дома, с семьей, какая программа подготовлена, расскажу прямо сейчас. Сегодня вечером, в канун большого праздника, театр «Самарская площадь» на своей странице в социальной сети подготовил видеотрансляцию спектакля «Красное вино Победы». Артисты обещают, будет и смех, и слезы, радости, разумеется. Ссылка на видео будет действительно 24 часа, а на сам праздник коллектив театра подготовил еще один сюрприз – видеоэскиз спектакля «Нас не надо жалеть». Проект, который обнажает мысли и чувства, жизнь героев Великой Отечественной. Девятого мая в 12:00 стартует всероссийская акция «Бессмертный полк» онлайн. Самарцам предлагают выйти на балкон с фотографиями своих героических родственников. А в 20:01, сразу после минуты молчания, на всех телеканалах и радиостанциях включат песню «Этот день победы». Всем самарцам предлагают присоединиться к ее исполнению. Тем временем самарские школьники создали в социальной сети группу «Марафон Победы». 9 мая они вместе с родителями в прямом эфире исполнят песни военных лет. Начало в 16:00. Не остается в стороне и наш телеканал. С 10 утра до 8 вечера на Самара ГИС пройдет многочасовой интерактивный телемарафон «Это наша победа, это надо сберечь». В прямой эфир в нашу студию приглашены историки, представители заводов, составляющих оборонную мощь Куйбышева, самарцы, чьи родственники трудились на предприятиях военного города. Кроме того, желающие смогут позвонить в прямой эфир и рассказать о своих родных, ковавших победу в тылу. Самарский академический театр оперы и балета приглашает к просмотру онлайн-концертов, посвященных юбилею Победы. Записи уже доступны на официальных страницах театра в социальных сетях. Музей Ильдара Рязанова представляет онлайн-проект «Живой музей». На официальном сайте доступны видеорассказы от людей, чье детство пришлось на военные годы. На этом все. Всего вам доброго. С праздником Великой Победы!